регулировать движение они взялись самостоятельно. Точнее, решили направлять водителей по верному пути. В Нижнекамске ребята провели акцию «Сделаем дорогу добрее». Листовки с таким обращением юные пешеходы прикрепляли к машинам во дворах или доставляли в почтовые ящики. И это, по мнению участников, должно помочь обратить внимание автолюбителей на правила движения. Тем более во время зимних каникул необычных почтальонов на день превратились в 50 детских отрядов.